Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам о своем новом музыкальном стереоусилителе модели Pioneer A05. Покупка этого усилителя стала моей попыткой получить усилитель получше и одновременно подешевле. И эта модель самая младшая в своей линейке, состоящая из усилителей A09, A07, ну и вот это вот A05. Выходили они последовательно, начиная с 91 года, тогда вышла старшая модель, затем средняя. И, наконец, вот эта младшая модель, на которую мы позже взглянем чуть поближе, A05. И модель эта стала не только упрощением и удешевлением изначального концепта фирмы Pioneer, попытки создать наиболее совершенный на данный момент стереоусилитель, но и также эволюцией она смогла воплотить в себе некие новые идеи инженеров, уже отработанные задумки, давшие хороший результат. Ну и она стала в каком-то роде последней, одной из последней, может быть даже и самой последней из моделей Pioneer, ориентированных на максимальное качество аудио. Ну и перед тем, как посмотреть, почему я считаю этот усилитель наиболее подходящим для себя, и что я вообще ищу, и другие люди ищут в качественных усилителях, а также рассмотреть его конструктивные особенности, нужно упомянуть немного историю фирмы Pioneer. Как она сейчас называется? Корпорация Pioneer или Pioneer Kabushiki Gaisha была основана в 1937 году сыном католического священника, правда, тоже японца, Назума Мацумото. Но, конечно, название «Пионер», которым они хотели сказать, что фирма первая, является первопроходцем в плане различных технологий, появилась уже в начале 60-х, когда она начала обширную экспансию на европейский рынок. А при своем основании она имела более прозаичное японское название Фукуин Шокай Сейсакучо. В общем, с самого начала фирма специализировалась на производстве аудиодинамиков и ремонте аудиоаппаратуры. Есть легенда, что основатель фирмы придумал новую конструкцию динамика и наладил ее массовое производство для того, чтобы облегчить своему отцу ведение проповедей. Но с тех пор компания Pioneer действительно вела себя как пионер, в первую очередь в области аудио, но и в области прочих технологий также. Пытаясь внедрить что-то инновационное, невиданное доселе, при этом, в отличие от многих компаний, в том числе и японских, ну, например, Sony, они внедряли не какое-то конкретное отдельное инновационное решение, а сразу комплекс, который бы предлагал его потребителям наилучший возможный результат. Понятно, что в инновациях нельзя было обойтись без экспериментов. Фирма Pioneer очень сильно вложилась в несколько технологий, которые оказались в итоге не особенно популярными. Это DVD, лазерные диски и плазменные телевизоры. И поэтому сейчас она переживает не лучшие времена. Но я чуть подробнее об этом остановлюсь. К 60-м годам фирма Pioneer начала широкую экспансию на европейские и американские рынки. Как я уже упомянул, было изменено название на более узнаваемое для европейского уха. Были открыты торговые представительства. И началась активная экспансия. Продукция фирмы Pioneer, в первую очередь аудиопродукция, стала узнаваемой на мировых рынках. В первую очередь это колонки. В отличие от большинства производителей, которые используют маркетинговую стратегию следующую. То есть
нужно как можно чаще выходить на рынок с новыми продуктами, иногда даже присваивая тем же самым старым продуктам новое название или делая мелкие изменения в дизайне, для того, чтобы быть на слуху у потребителя. И затаривать торговые сети товаром, регулярно обновляя ассортимент. У Пионера было немножко не так. В течение своей истории они предпочитали тратить продолжительное время на доведение нового продукта до идеала, комбинируя множество различных инновационных технологий и предлагая потребителю что-то, чего уж совсем нет у конкурентов. Благодаря такому подходу компания Пионер завоевала любовь у многих своих клиентов, поклонников своей продукции, но и в то же время потеряла многих потенциальных клиентов, потому что ей не удавалось постоянно удивлять людей какими-нибудь, даже мелкими, не имеющими отношения к реальному производству новостями. Но она накапливала свою технологическую базу, становилась все крупнее и крупнее, интересовалась всем, что примыкает к аудио. Пионер совместно с Warner построил самую крупную сеть дистрибуции медиа-контента в Японии, которая впоследствии была продана. Ну, и Пионер не чурался рискованных инвестиций. В 90-х он вложил обширные большие деньги в американскую кинокомпанию «Королька Пикчерс», которая сняла такие фильмы, как «Терминатор 2», «Серию Рэмбо», «Основной инстинкт». Однако с экономической точки зрения у них дела шли далеко не лучшим образом. Она в скорости прогорела, а в 95-м году, как раз в году создания этой модели усилителя, Пионер списал 90 миллионов долларов убытков из-за этой инвестиции. Были и другие убытки, я уже упомянул DVD. Пионер был первой компанией, которая создал годовой пишущий DVD-привод, DVD-R. Потом первой в мире компании, создавшей DVD-RV-привод. Первой компанией, которая представила 16-слойные DVD-диски, позволяющие хранить до 400 гигабайт на одном диске. Но рынок решил, что технология DVD на самом деле не очень-то и нужна. Она была впоследствии вытеснена DVD и Blu-ray дисками, ну а потом с развитием стриминга и вовсе осталась не особенно-то и востребованной. Пионер также много вкладывал в автомобильные технологии. Еще в 70-х Пионер создал первую модульную автомобильную аудиосистему. И сейчас Пионер производит автомобильные навигаторы, динамики, усилители, автомобильная аудиосистема. И это наиболее значительный рынок присутствия компании Пионер. Из-за неудачных вложений в 2000-х годах ушел в отставку, позорную отставку, сын основателя компании, уже престарелый Мацумото. Компания была убрана с бирж, то есть произвела делистинг своих акций. Инвестиционные фонды вливали в нее десятки, сотни миллионов долларов, чтобы ее оздоровить. То есть сейчас она существует, находится на плаву, продолжает производство, но из-за масштабных инвестиций, к сожалению, компания не столь уж крупна, не столь уж популярна, как была когда-то. Ну и, собственно, самые тяжелые времена, начало упадка пришлось у нее на середину 90-х. И эта модель усилителя, возможно, последняя, которая несет в себе знак приверженности компании Пионер высококачественному аудио. Это эмблема, состоящая из камертона и греческой буквы Омега. Я, когда буду показывать усилитель поближе, тоже покажу ее крупным планом. Так что сейчас на рынке бытового аудио под брендами Пионер и Пионер Эксклюзив представлены только решения для домашних кинотеатров, не для стерео, что считается чем-то более редким. В 1995 году Пионер продала свое подразделение по производству бытового аудио компании Onkyo японской. До этого еще производственные мощности Пионера сильно уменьшились, и почти вся продукция Пионер стала производиться на мощностях компании Sharp. И
В 2021 году, совсем недавно, бренд Pioneer отошел к европейскому консорциуму, который ориентирован на производство высококачественных аудиорешений. И, возможно, нас ждет его возрождение, но вот пока еще нет. И неизвестно, будет ли этот новый Pioneer таким же синонимом качества инноваций, каким был старый. Тем не менее, у корпорации Pioneer много всяческих активов, у них даже есть свой домен первого уровня, то есть сайт компании находится по адресу global.pioneer. А качественное решение для дома производит подразделение компании Pioneer под названием TAD, Technical Audio Devices. Однако информации о продукции этой компании немного, и обзоров немного, ввиду того, что она считается уже очень элитной и высококлассной. Так, топовая пара бытовых колонок компании TAD имеет розничную цену $148 000. Есть у них и цифроаналоговые конвертеры, и усилители, предусилители, но для того, чтобы их использовать, нужно будет уж очень состоятельным аудиофилом, плюс есть довольно много конкурирующих решений. Так что, хоть они и существуют, и, возможно, стоят своих денег, они не очень-то популярны. Ну а теперь вот поближе расскажу про усилители. Усилитель — это один из главных компонентов аудиосистемы. Именно то, как ток проходит от источника сигнала до колонок, и обуславливает его качество, частоту, текстуру, характер. Топовые системы часто имеют раздельные блоки для правого и левого канала, чтобы исключить взаимное их влияние. Также разделяется предварительный усилитель и усилитель мощности. То есть блок с возможным тонокорректором, тонкомпенсацией, изменением уровня сигнала, то есть крутилками, всяческими переключателями, и блок, который ничего не делает, не позволяет изменить, а только лишь усиливает сигнал. В самых-самых топовых системах отдельно разделяют блоки питания и блок самого устройства. То есть в запредельного качества аудиосистеме блок усилителя — это несколько коробок, связанных друг с другом толстенными и тоже дорогущими проводами. Но есть и другая школа, другой подход к построению качественного звука, который утверждает, что внутри устройства необходимо наибольшим образом сократить проход сигнала. Таким образом, удастся избавиться от самых минимальных задержек и наводок, и искажений. Поэтому определенную популярность имеют также и интегральные усилители, и это их представители. Эта модель, она, с одной стороны, довольно лаконична, минималистична, и это многих отталкивает. Действительно, круто и привлекательно выглядят устройства, у которых есть различные стрелочные индикаторы, множество разных переключателей, функции изменения уровня высоких и низких частот, но пользуются ими люди не так уж и часто, а негативные эффекты в прохождении сигнала они привнести могут. В концепции этого усилителя идея создать максимально качественное устройство усиливания звука с минимальными искажениями. Поэтому, с одной стороны, в нем было решено отказаться от всего, что может как-то негативно влиять на сигнал. С другой стороны, в нем присутствует необходимый минимум, то, что нужно для бытовой системы. То есть это не какой-то эзотерический прибор, предназначенный в первую очередь для того, чтобы потратить на него очень много денег, а это устройство для практичного, качественного прослушивания музыки. И теперь настало время осмотреть его поближе. Итак, смотрим. Вот передняя панель. На ней мы видим слева направо включение, переключение гейна с 26 на 40 дБ. То есть это одно положение увеличивает детальность звука, другое увеличивает мощность. Ну, эффект от этого очень-очень маленький,
И, казалось бы, не на всех усилителях эта штука присутствует. Зачем ее добавлять в этот минималистичный аппарат? А эффект от него все-таки есть, и при этом негативный эффект сведен к самому минимуму, практически к нулю. Он не включает никаких дополнительных плат, а просто переключает с одной резистивной цепи на другую прохождение сигнала. Таким образом, с минимальным вмешательством удалось достичь некоего положительного результата. Затем ручка регулировки громкости, выфрезерована из цельной алюминиевой болванки. Кстати, в некоторых обзорах на этот аппарат говорится о том, что у него все ручки выфрезерованы, но это на самом деле не так. Они пластиковые, покрытые пленкой. Не пленкой, а вот тонким слоем, в общем, колпачком. Вот это практично, негативно не влияет на воспроизведение звука или эксплуатацию этой штуки, но позволило его удешевить, что, конечно, в плюс. Да, в 96 году розничная цена этого усилителя составила 120 тысяч йен. На то время это было, ну, примерно $1000, чуть больше $1000. Если мы посмотрим инфляцию доллара, то на сегодня $1000 это где-то 1800-2000. То есть в эквиваленте 96 года розничная цена этого усилителя примерно $2000. И аппараты аналогичного класса сейчас стоят гораздо дороже. В принципе, можно купить что-то похожее за сравнимые деньги. Я пытался найти и нашел усилители английской компании Musical Fidelity. Они в основном имеют схожую конструкцию. Их хвалят за качественную схемотехнику, но в то же время ругают за низкокачественные компоненты, которые используются для удешевления. И цена также стартует от $2000. Этот пожилой, но не слишком антикварный усилитель мне удалось купить порядка за $600. В эту цену включена доставка из Японии. И это отличный вариант. В первую очередь мне удалось так его дешево отхватить, потому что он предназначен для японского напряжения питания на 100 вольт. Несмотря на то, что здесь в Америке напряжение близкое, 120 вольт, и даже не исключено, что он от него спокойно заработает, я решил перестраховаться и купить дополнительный трансформатор. То есть я питаю его через трансформатор со 120 на 100 вольт. Для европейских рынков подобные трансформаторы тоже существуют. Продолжу с передней панелью. Далее у нас идет селектор входов, который включает в себя два варианта магнитофонов. Эти магнитофоны имеют входы. Так, сейчас часы пробьют. Так, эти два магнитофона подразумевают наличие как входа, так и выхода сигнала на запись. И селектор, позволяющий отрубить выход на запись. Собственно, все. То есть здесь нету блока тонкомпенсации. Из возможных излишеств здесь присутствует только фонокорректор, то есть плата, позволяющая подключать к усилителю непосредственно проигрыватель пластинок. В 96 году проигрыватели винила были практически уже мертвы, тем не менее у многих любителей музыки они остались, как и обширные коллекции пластинок. Поскольку этот аппарат, как я уже упомянул, не эзотерический, а в первую очередь потребительский, такая функция была, конечно, очень полезна и добавляла ему плюсов с точки зрения потребителя. Как я говорил уже, это младшая модель, вышедшая парой лет ранее А07 стоила 230 тысяч йен, а А09 91 года 480 тысяч. Ну, то есть, как я говорил, 120 тысяч йен – это чуть больше $1000. Можете сами представить, сколько это стоило тогда и сколько стоило бы в эквиваленте сегодняшних цен.
И даже эта модель не бюджетная, ну а уж и те были особенно заточены под любителей качественного звука. При этом на самом-то деле А09 была не верхней и не самой совершенной моделью фирмы Pioneer, поскольку в 91-92 году была также выпущена под суббрендом Exclusive пара из предварительного усилителя и усилителя мощности C07 и M07. При этом предварительный усилитель стоил 1 200 000 йен, а усилитель мощности 1 000 000. То есть вот их по праву можно назвать вершиной аудио усилительного мастерства фирмы Pioneer. И интересно, что модель, считающаяся топовой в этой серии А09, имеет в качестве системы питания один большой пластинчатый трансформатор. А07 два пластинчатых трансформатора поменьше, а это самая младшая А05 два тороидальных трансформатора по одному на каждый канал. И в этом она близка к самому-самому топовому усилителю мощности М07, который я упомянул, поскольку у него тоже было два тора в системе питания. И здесь видно, что в этом усилителе разделена не только подсистема питания, а вообще все. То есть подсистема питания, в которую входят два тороидальных трансформатора и четыре конденсатора LNFO Audio, 63 вольта, 10 тысяч миллиампер, извините, 10 тысяч микрофарад. Отделена от основной схемы усиления звука экраном, не очень толстым, но тем не менее. Транзисторы, на которых, собственно, и работает усиление, расположены под медными кожухами и с помощью термоинтерфейса закреплены на массивных радиаторах такой вот интересной формы. Хотя, по моему опыту эксплуатации, греются они не сильно. Это усилитель не чистого А-класса. И он имеет некоторое ограничение. Тем не менее, охлаждение сделано с запасом. Это можно только приветствовать, поскольку я сталкивался с усилителями, у которых, несмотря на наличие большого радиатора, есть проблемы с перегревом. Да, хоть это и младшая модель, нельзя назвать ее, как видите, очень уж простой и примитивной. Весит она чуть больше 15 килограмм. Электроники в ней примерно столько же, сколько и в более старших, хотя вот А07 весит 23 килограмма, а А09, если мне не изменяет память, 37. И в основном это приходится на более мощные пластины корпуса, на более толстые экраны. То есть то, что не очень большое влияние оказывает на звук. Ну и, конечно, да, в более дорогих усилителях и другая схемотехника, и более совершенные компоненты. Ну, видите, и здесь ничего нельзя назвать плохим или сказать, что на чем-то там особенно сэкономили. Сзади практичность и минимализм тоже присутствует. Сейчас покажу. Здесь нет нескольких терминалов для выхода на колонки, как у некоторых усилителей. То есть усилитель подразумевает подключение только одной пары динамиков. Подключение осуществляется через винтовые зажимы. И эти винтовые зажимы на самом деле принимают и очень толстые провода. Большинство современных усилителей, даже очень дорогие, подразумевают подключение с помощью разъемов типа банан. Но если вы используете толстые провода для уменьшения помех при прохождении сигнала, у вас все равно эти разъемы остаются наиболее узким местом в системе. Здесь интерфейс довольно толстый, то есть вы используете всю площадь провода, которая вам доступна, даже если провод очень толст. Ну, внутри видно, что путь прохождения сигнала до разъемов он минимальный, вряд ли получилось бы сделать сильно меньше.
И даже блок регулировки громкости, реостат, находится в максимальном приближении к схеме, где, собственно, и происходят манипуляции со звуком. То есть сделано это для того, чтобы сократить прохождение сигнала и уменьшить помехи. В дешевых моделях реостат находится приближенным к передней панели усилителя, а с основной схемой соединяется проводами. Здесь же вот такая вот толика аудиофильского безумия, которая неизвестно насколько реально, но должно хоть как-то влиять на качество получаемого сигнала. А с вот этой цельнофрезерованной ручкой на передней панели реостат соединяется через двойной карданный вал. Что еще можно сказать об этом усилителе? Да, вот схема питания, тороидальные трансформаторы. Упомяну немножко и о них. Вообще, тороидальные трансформаторы являются более совершенными по отношению к традиционным пластинчатым. И многие характеристики впечатляют. Если КПД обычного трансформатора находится в районе примерно 90%, то у большинства тороидальных он достигает 95%. А паразитное рассеяние магнитного поля за счет замкнутой конструкции часто более чем в 20 раз ниже, то есть обычно озвучиваю цифру на 95% ниже, чем у аналогичных по мощности пластинчатых трансформаторов. Также за счет уменьшения всех этих паразитных наводок эти трансформаторы меньше гудят. Безусловно, и пластинчатый трансформатор можно собрать так, чтобы он меньше гудел, но это потребует гораздо более прецизионной намотки, а трансформаторы еще и склонны рассыхаться с временем. Особенно если мы говорим о старой аппаратуре, вот этому усилителю уже почти 30 лет. И это еще далеко не самая старая аппаратура, которую можно встретить у любителей качественной музыки. Вполне себе в ходу усилители не то что 90-х, а 70-х годов. И, конечно, технологии с того времени шагнули вперед. То есть появились различные цифровые технологии обработки сигнала, которые позволяют уменьшить шумы тем или иным образом. Увеличилась удельная емкость конденсаторов. Так, например, вот эти конденсаторы Elna for Audio, они, я уже упомянул, емкостью 10 000 микрофарад. Но современные конденсаторы в таком форм-факторе выпускаются от 22 000 микрофарад. То есть они позволяют больше обеспечить демпинг-фактор для усилителя. Тем не менее, цифровые технологии связаны с дискретизацией сигнала. Этот усилитель полностью аналоговый. Не буду вдаваться в подробности, но это увеличивает его универсальность и делает его менее подверженным моральному устареванию. Кстати, в то же самое, то есть в его актуальность, делает вклад его минималистичность. Если бы в нем был блок цифроаналогового преобразователя, скорее всего, он на сегодня был бы уже не актуален современными технологиями. А сейчас он вполне может с ним конкурировать. Видите, что схемотехника очень аккуратная. Везде, где требуется, присутствует заземление. Вот, в частности, заземление на радиаторы видно. При включении усилитель осуществляет быструю самодиагностику и не включает контуры до заряда банок. Все переключения сигналов сделаны на оптомеханических реле. Вот тут их видно. Таким образом обеспечивается защита контуров и он становится более надежным. Как видно, здесь усилитель весьма ремонтопригоден. То есть здесь нету никаких интегральных схем. Транзисторы легко доступны, как и конденсаторы. Плата фонокорректора отдельная, вот она расположена здесь, имеет свой собственный выделенный
трансформатор для питания, на этот раз пластинчатый, но с требуемой ей мощью это не имеет большого значения. Что еще тут есть интересного? Ну, в общем, вот, пожалуй, и все. Еще можно отметить шнур питания, который входит в корпус не на задней стенке, как у большинства электрических приборов, а ровно в центре. То есть нижняя крышка усилителя экранирует все его потроха от электрического сигнала до того места, где ток действительно требуется, то есть в начале силовой цепи. Так, про ценность этого усилителя в сравнении с современными продуктами. Я говорил уже, что обошелся он мне около $600. На видео видно, что он в очень хорошем состоянии, но с этим связана моя печаль одна. Я покупал его напрямую из Японии, и японец-продавец предоставил фотографии другого экземпляра усилителя. Этот, который я сейчас показываю, находился в довольно печальном косметическом состоянии. Судя по виду и по запаху, в помещении с ним очень-очень много курили. Из своего посещения Японии я знаю, что японцы покурить любят, а в 90-х и начале 2000-х любили еще больше. Поэтому я могу себе представить, что удалось пережить этому усилителю. Либо он стоял в каком-то крохотном кабинете заядлого курильщика, или даже, что более вероятно, в каком-нибудь ресторане или чем-то подобном, где люди много курили. То есть и на передней, и на задней панели, на всех разъемах был осажден толстый, смолистый, ароматный слой. Мне удалось чистить его с передней панели и с крышки усилителя. Крышку помыл в посудомоечной машине. Это я все вымачивал в моющем средстве. Следов от мойки не осталось. Мне удалось даже сохранить, что редкость для этой модели, вот наклейки, которые были сразу при нем во время его продажи. Да, вот я обещал показать крупным планом камертон с Омегой. Вот они, пожалуйста. Если вы загуглите компанию Pioneer сейчас, то увидите, что логотип их очень-очень похож, но этот символ превосходства в аудио он, к сожалению, потерял. Стер я все и с задней панели, однако схема, находящаяся под вентиляционными отверстиями, тоже пострадала от этого табачного налета. Видно, что она как будто бы припорошена пылью, но это на самом деле не пыль, это вот такой вот сизый налет. Я не рискнул оттирать микросхему, тем более, что работает она без нареканий, и она сейчас издает такой легкий многолетний табачный аромат. Ну, есть в этом, конечно, определенный шарм, но с японцем я поругался и надеюсь, что хотя бы часть денег от покупки усилителя он не вернет. Он мне нравится, поэтому расставаться с ним я не хочу. И в целом мне, конечно, немного не хватает регуляторов тонкомпенсации, чтобы подстроить звук под свои собственные предпочтения, добавить или убавить басов. Особенно это важно, когда я, например, слушаю старые, уже порядком исцарапанные пластинки. Но звук действительно очень хороший. По техническим характеристикам этого усилителя все выглядит так. Он выдает 90 Вт на 4 Ом и 45 Вт на 8 Ом. Это полное удвоение мощности, что является признаком высококлассных аппаратов. На задней стенке у него указана мощность колонок от 4 до 16 Ом. И в принципе в этот промежуток укладывается подавляющее большинство бытовых моделей, даже очень дорогих, кроме некоторых совсем уж эзотерических.
Я уже упоминал, что этот усилитель в первую очередь потребительская модель, а не что-то предназначенное для опробования каких-то непонятных концепций. Импеданс-фактор, прошу прощения, оговорился, демпинг-фактор у этого усилителя 300. Причем он заявлен во всем рабочем диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Это очень много. И большинство усилителей, которые заявляют что-то подобное, даже сотню, обычно имеют оговорку, что это только в ограниченном частотном диапазоне. То есть одномоментные изменения мощности и атаки музыки этот усилитель передает очень хорошо. И по сегодняшним меркам 45 Вт на 8 Ом считаются мощностью невысокой. Однако мои текущие колонки Bauer & Wilkins, которые вообще-то считаются довольно тугими и требующими большой мощности, в мануале к ним написано использовать не менее 100 Вт, он прокачивает легко. И даже в режиме Natural Tone, который не такой громкий, я очень редко ставлю регулятор звука больше, чем на четверть. А больше, чем на половину, слушать уже некомфортно, слишком громко. Возможно, это из-за того, что у меня не очень большое помещение, но тем не менее. То есть даже напольным колонкам Bauer & Wilkins 45 Вт на 8 Ом более чем достаточно. Особенно с учетом такого серьезного демпинг-фактора. Что еще? Ну вот, я уже сказал, что да, действительно, иногда слегка не хватает блока тонкомпенсации. Может быть, недостаточно фонокорректора. То есть встроенный фонокорректор позволяет использовать головки проигрывателя только MM, Moving Magnet. Более дорогие, но и более редко встречающиеся Moving Coil он не поддерживает. Для этого необходимо было бы приобретать отдельный фонокорректор. Но с другой стороны, опять же, мы здесь говорим не об эзотерике, а о том, что нужно просто человеку, который хочет просто слушать музыку. Вот такой вот получился аппарат. Вот такая вот его история. И мне кажется, что для того, кто ищет недорогое, но максимально качественное решение для проигрывания аудио, это один из лучших выборов. Конечно, можно найти на японских аукционах или на вторичном рынке в вашей стране что-то подобное от других производителей. В конце концов, с конца 70-х по начало 90-х, даже можно сказать посередину 90-х, это была золотая эра Японии, когда в стране было очень много денег, люди могли себе позволить качественные аппараты, и инженерные компании не скупились на то, чтобы сделать продукт максимального качества. Для него был рынок сбыта. Сейчас, да, можно купить что-то такое новое, можно купить даже что-то лучше. Я сам долго облизывался на интегральный усилитель Mark Levinson 5805, который по всем характеристикам гораздо лучше этого агрегата, современный, с поддержкой как обоих типов головок проигрывателя, так и с цифровыми возможностями, адекватными сегодняшнему дню. Но его цена составляет около 10 тысяч долларов. Я это пока потянуть не могу. А вот этот агрегат за 600 долларов играет, ну, не радикально хуже. Поэтому я им доволен. И тем, кто ищет себе что-то подобное, рекомендую смотреть в этом направлении. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.